Привет! Мы снимаем вторую часть игры в магазин. Только что выложили. Что вы хотите? Полицейская. Нет. Хочу машинку. Какую? У нас есть грузовики. Полицейская машина. Даже гоночная есть. Хочу человека-паука. Ладно, вам вот вам человек паук злой. И подождите, вам еще сдача должна быть. Сейчас я ее найду. Вот, 600 рублей ваша сдача. О! Саша, будешь скупляться? Полицейская машина осталась. О, у меня есть птицы синие даже. Вот они. Давай сниматься. Иди покупай полицейскую машину. Полицейскую машинку. Полицейскую машинку. Вот она вот так вот у нас выглядит сейчас. Полицейская машинка. Ой, такая тяжелая. Кажется, это все в моем доме. Саша! Что вы хотите? Хочу шерстикового котенка. Сдачу. Стоп! Нифига! Кто следующий? У нас продаются телефоны разные. Даже выдвигающиеся. Даже с антенной. Что вы хотите? Человека-пауков у нас больше нету. Ну, большой человек-паук. Нету больше, Гриш. Сюда встань. Сюда встань. Хотите вот такой телефон или такой телефон? Какой? Какой телефончик? Какой из телефончиков? Подождите, вам нужна сдача. Сейчас. Найду. Надо только найти. Вот она. На, сдачу. Спасибо. Саша, положи планшет. Хорошо, вот. Сейчас. Что вы хотите? Мы хотим пушистикового котенка. Вы его уже купили. У нас есть телефон. Давайте лучше. Есть два телефона. Вот это. А, Саша, то не продается. Чу. По кочану. Давайте тогда два грузовика. Вот один грузовик можем продать одному ребенку. Какого цвета? Синего с красным или зеленого с синим? Красного с синим. Вот ваш. Подождите, вам сдача. Подождите, вам сдача. Ну, на этом мы закончим уже. Ставь лайк, если вам понравилось это видео. Красивая ли акула, правда, порванная? Котенок ли красивый или нет? Мы вам его показывали в прошлом видео. А с вами был Гриша, правда, он куда-то убежал. И я. Карина. Саша, всем до встречи. Саша! Всем пока. Саша.